Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и это Эгварс, ребята. Да, вы не ослышались, это Эгварс. Сразу скажу, что IP-сервер есть в описании, вся информация о нем тоже. И давайте сразу начинать. Эгварс на сервере Андрея, ребята. Я этого еще не делал именно, ну, знаете, так в большинстве. Так не сильно не разбирался, просто один раз зашел на стриме. И сейчас вместе с вами, ребята, буду разбираться. Так, для начала, подождите, есть генератор железа, так, отлично. И нужно найти теперь генератор алмазов или чего-то подобного. Так, окей, 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 нужны блоки, блоки, блоки. Закупаем и начинаем сразу же подстраиваться для того, чтобы уже покупать себе непосредственное улучшение и прокачивать себе генераторы. Хотя подождите, 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 стоп, стоп, стоп. Первые два улучшения генератора должны быть у меня бесплатные, но почему? У меня просто выбрано умение, ребята, но почему-то оно не работает. Странно, странно, на самом деле действительно очень странно, но не будем обращать на это внимание, будем просто строиться дальше, потому что там зеленый уже активно, знаете, так активно начинает строиться на центр, а меня это не интересует, ребята, потому что я хочу добраться туда самым первым для того, чтобы забрать все основные ресурсы. Вон алмазики валяются, конечно, мне сейчас этого не хватит, вот этой шерсти, то есть я просто спущусь, а вот подняться обратно у меня, к сожалению, не получится, поэтому мне сейчас нужно вернуться. Сделать, знаете, такой небольшой кружочек. И после чего... Ой, господи, что тут происходит? У меня микрофоны тут падают. А после чего, ребята, уже непосредственно побежать туда. Но еще бы мне не помешал какой-нибудь хотя бы обычный меч. Так, поаккуратней, аккуратней. Во-во-во-во. Все, обычную желтую шерсть застроим, ребята, для того, чтобы если вдруг кто-то каким-то неведомым для меня образом все-таки пробрался на мою базу, хотя бы минимальная защита у меня была. Так, отлично, 5 алмазов есть, ребята, бежим дальше. И собираем еще, и еще, и еще. Так, подождите, стоп. Я вижу паренька, который сейчас бежит ко мне на базу, ребята. Я уверен, что он сейчас побежит ко мне на базу. Так, стоп, 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 стоп. Пошел вон, дружочек, пирожочек. Так, 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 нет, нет, он меня сейчас забьет, ребята. Или не забьет, или я его забью, или... Все, отлично, отлично, я его еще и забил, ребята. Я его еще и забил. Вообще замечательно. Так, сваливаем отсюда. Сваливаем с центра, ребята, и возвращаемся к себе на базу для того, чтобы все это дело... улучшить. Так, погнали, погнали. Мы сейчас с вами быстренько починим золотой генератор. И вообще, ребята, у нас все будет просто пушечно. Просто пушечно. Так, отлично, починили. И сразу же его лучше бы улучшить. Вот, отлично. А, вот теперь посмотрите, у меня действительно более такие важные генераторы улучшаются почему-то бесплатно. Странно, странно. Видимо, а, я понял, ребята, я понял, как работает умение. Для тех, кому интересно, смотрите. Нужно, чтобы ресурсы были в инвентаре, но... А, все-таки снялось. Окей. Окей, ребята. Странно работает, но ничего страшного. Я извиняюсь за то, что я слегка странно разговариваю, ребята, потому что час ночи. Я дико хочу спать, но ролик записать все-таки надо, поэтому, ребята, вот так вот, понимаете, вот такие вот сложные ютуберские будни. Так, это мы выкладываем, это мне не нужно, мне нужен меч, 100%. Вот, за 4 даймонда прекрасное вложение средства, теперь мне нужно накопить, ребята, на хорошую защиту, то есть на хорошую броню. И параллельно с этим, конечно же, мне нужно подстраиваться к своим противникам для того, чтобы ломать, ребята, им яички, кроватки и все, что с этим связано. Ну и, конечно же, в принципе, убивать их, потому что выиграть я очень сильно хочу выиграть, честно, потому что это моя первая полноценная игра на ролик. До этого, опять же, повторюсь, я только на стриме один раз зашел, и то не понял, как тут все работает. Но сейчас, ребята, знаете, если так вот сесть и разобраться, все более-менее интуитивно, и меня это радует. Нет! Не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Офигеть! Офигеть, ребята, как же я вовремя, блин. А откуда он пришел? Подождите, он пришел сбоку, пришел. Так, подождите, мне нужна хорошая кирка, на самом деле, наверное, лучше хорошая броня. Железная. Вот, железная броня. Так, отлично, закупаемся. Все остальное выкладываем в сундук. Надеюсь, что он его не откроет, ребята. Берем все самое необходимое и бежим просто на него. Офигеть. Буквально, ребята, еще бы секунда и все. Буквально секунда мне оставалось до того, чтобы проиграть ему эту битву, эту схватку и так далее. Так, врываемся, ребята. Врываемся. Так, 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 тихо, 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 тихо. Быстренько, быстренько забиваем его. Отлично, ребята. Пушечно, 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 пушечно. А теперь быстренько будем ломать ему... яйцо. Так, отстраиваемся от него. Замечательно. И сейчас таким же быстрым образом я постараюсь сломать ему яйцо. Так, отлично, все. Отлично, теперь быстренько выбегаем. Да нет, блин, рано прыгнул. Его нужно успеть добить, ребята, потому что мало ли он мне сейчас как-то рукой его сломает. Или с помощью кирки. Не-не-не-не, дружочек, меня такое дело не устраивает. Не смей, просто не смей, друг, не смей. Я буду очень зол, Нет, пошел вон, отлично, ребята, успел. Господи, на самом деле вот это хорошо, потому что на сервере, на котором я играл раньше, яйцо ломалось с одного удара. А вот здесь, ребята, на сервере Андрея работает все гораздо-гораздо интереснее, потому что, ну, вы сами видели.
Если яйцо начали ломать, есть шанс его еще спасти. Так, отлично, будем теперь подстраиваться к красному. В принципе, пока что все идет очень хорошо, ребята, и меня это очень-очень-очень сильно радует. Пока что, я сейчас хочу вам еще сказать, господи, как все сумбурно, ребята, прошу прощения. Действительно, очень сильно хочу спать. Так, быстренько ломаем яйцо. Хочу сказать, ребята, что сегодня также будет второй ролик в 17:00 по московскому времени. Выживание, ребята, потому что вам очень понравилось прошлое видео подобного формата. Поэтому вот, сразу же вам говорю, что ролик подобного формата сегодня выйдет в 17:00 по Москве. Обязательно переходите, ребята, и смотрите. Так, это получается база зеленых. Красный строится наверх. Не буду обращать на него внимания. В принципе, мне это не особо нужно. И здесь, я так понимаю, никакого яйца, в принципе, да. Здесь никакого яйца, в принципе, нету. Ну и хорошо. От того, ребята, и лучше. Меньше, так сказать, проблем. Он ни ко мне сейчас не бежит. Это замечательно. Бежим сразу же к бирюзовому. Сейчас еще одно, ребята, яичко сломаю. Просто три яйца сразу сейчас вынесу. Это вообще будет замечательно. Так, привет, бирюзовый. Пока что не будем обращать на тебя внимание. Пускай в твоей голове отложится факт того, что все. Господи, как я дернулся! Как же я дернулся, друг! Пошел вон отсюда. Пускай в твоей голове отложится факт, что все замечательно, никто тебя не атаковал. Но, естественно, ты это уже заметил. Так, давай. Отлично! Отлично, просто замечательно. И он побежал ко мне. Он 100% побежал, ребята, ко мне на базу. Да. Нет, главное его догнать. Главное его сейчас догнать, хотя я думаю, что он не первый человек, кто ко мне побежал. И красный, в принципе, тоже хотел бы сбегать ко мне на базу и сломать мне яйцо. Так, стой, друг. Пожалуйста, притормози. Я очень надеюсь, что я успею, ребят. Я правда надеюсь, что я успею его догнать. Так, давайте как-то вот так вот паркурим, бежим. Нет. Фух. А, он вообще не ко мне на базу, друг. Да и замечательно. Это просто замечательно. Хорошо, что ты не ко мне на базу. Я закуплю еще тогда шерсти себе побольше. И что мы можем сделать с вами еще? Подождите. Так, это мы улучшать не будем. Смысла нет. А вот золотишко лучше отсюда забрать и, в принципе, улучшить. А, нет, не получится улучшить. Так, он опять бежит сюда. Да что ты хочешь от меня? Что ты докопался-то? Так, золото выкладываем, ребята. Это мне сейчас все не нужно. Вот, отлично. И сейчас берем блоки. Так, блоки, отлично. Блоки есть, ребята. И еще блоков нужно максимальное количество. И теперь нужно лук. Во! Ребята, посмотрите, лук это замечательно. Лук просто пушечно. Так, берем еще алмазы. И хватает еще на немножечко стрел. Боже, просто замечательно. Так, давайте сейчас я так этому помашу. Пускай он думает, что у меня все плохо, ребята. А я сейчас последнюю секунду сделаю вот так. Как тебе такое, друг? Как тебе такой прикол? Так, ребята, у него уже достаточно мало хп. Потому что мало того, что, ребята, я по нему два раза со стрелы попал, так он еще и спрыгнул. Так, получай. У него 12 сердечек, я его, походу, скинул. Или не скинул. Не-не-не, давай. Есть, ребята, я его сбросил. Это замечательно. Сразу же бежим на него. Бежим просто, ребята. И ломаем ему яичко. Так, нет, не подходи ко мне. Не нужно. Так, блин, у него все в обсидиане. Серьезно, друг. Ты че? Офигел, что ли? Все в обсидиане. Я же тогда завтра буду ломать. Ладно, ничего страшного, ребята. Мы с вами справимся, потому что можем себе позволить. Да блин, как ты пролез, чувак? Ну ты че, издеваешься? Так, убиваем его. И я сейчас очень нагло, ребята, куплю у него алмазную кирку. Во, в принципе, прямо у него на базе, ребята. Хорошо, что золото у меня, в принципе, осталось. Во, вот так вот я сейчас от него отстроюсь, ребята. Во, знаете, вот с новой киркой действительно поинтереснее. И быстренько... А где? Подождите. А где яйцо-то? Ё-моё, стоп. Да отстань, да чё ты докопался? Подождите, сейчас я вот сюда обсидиан поставлю. Все, отстань от меня. Я хочу найти яйцо и сломать его. Да, что, тут еще и двое, да? Господи, имейте совесть, ребята, ну серьезно, это нечестно. Почему вдвоем на меня одного? Я не понимаю, а где яйцо? А, вот оно. Вот оно, ё-моё, ребята, отлично. Сейчас быстренько его сносим. Вот, замечательно. Просто пушечно, я бы даже сказал. Моя любимая фраза последние пару дней. Выбегаем отсюда и будем его доламывать. Посмотрите, 4 яйца осталось, в принципе. Это какая команда? Получается розовая. Нам туда белые. У белых тоже, ребята, осталось яйцо. Поэтому продолжаем строиться просто с максимальной скоростью. Для того, чтобы ролик, ребята, не задерживать. Хотя вам очень нравятся длинные ролики. Я это понял по своему второму каналу. Поэтому, знаете, с другой стороны, будет на самом деле прикольно, если ролик здесь получится немножечко длиннее своего обычного хронометража. Фух, господи, чуть не упал. Так, на меня бежит белый, я так понимаю, или не бежит совсем, подождите. Привет, друг, привет, я тут у тебя немножечко похозяйничаю, ты же не против? Я думаю, что нет, во всяком случае, очень сильно на это надеюсь. А, он на меня даже внимания не обращает, ну, я не обращаешь, и хорошо. Так, ребятки, опа, раз и два, и, в принципе, я думаю, что... 3. Отлично. Просто замечательно. Боже, так все легко и просто. Он даже... А, вот ты где. Так, ты тихо. Алмазный меч. Да ты че офигел? Фух.
Офигеть, ребята, я еще и алмазку с него забрал. Вот это я понимаю праздник, ребята, Так, осталось яйцо еще у оранжевых. Так, слушайте, да вообще все замечательно. Просто идет все своим чередом, ребята. Подстраиваемся сейчас к оранжевому. Его еще убьем, ребята. Это вообще замечательно будет. Так, погнали, Быстро, Все нужно делать максимально быстро. Блин, мне яйцо уничтожили. Вот это на самом деле уже не прикольно. Потому что теперь у меня есть шанс погибнуть. Причем, знаете, такой неплохой, шанс погибнуть. Так, погнали, вперед, Влетаем, ребята, просто влетаем, пока он тут экипировался. Быстренько его забиваем. Замечательно, ломаем быстренько сейчас яичко. Давай, главное, чтобы не успел нанести по мне удар и не сбил меня. Нет, да господи, отстань, пожалуйста. Нет, тихо, ребята. Нужно сделать себе небольшую вот такую вот стену. Да ё-моё, да отвали, ну ты чё, издеваешься, что ли? Я не успею так сейчас, у меня сейчас хп закончится. Ребята, лучше себя застроить. Я это понял, лучше себя застроить. Вот, отлично, Он сейчас потратит время на то, чтобы сломать. Это все, да господи, да ты чё, издеваешься, что ли? Дружочек, это нечестно просто. Так, ребята, все, вводим контрмеры. Просто вводим контрмеры и отстраиваемся от него в обсидиан, ребята. Просто в обсидиан. Я не знаю, что по-другому делать. Вот, а ты сейчас будешь по ногам мне бить, да? По ногам будешь бить. Получай. Господи, где ты есть? Где? Да. Нет! Нет, ребята! Он меня сейчас убьет! Я буду ставить блок, пока не отхилюсь. Я сейчас буду просто так вот ставить блоки. Это максимально тупо! Это максимальный кринж! Да ты чё, чувак? Я же сейчас сдохну здесь. Так, подождите. Сломаем сейчас быстренько обсидиан. Так. Я надеюсь, что я сейчас, ребята, не проиграю ему. Так, пошел вон отсюда. Не подходи. Тихо. Фух, ё-моё, ребята, вот это на самом деле напряженка. Мне бы на самом деле очень сильно не помешали сейчас золотые яблоки. Где они? Вот они. Просто замечательно. Вот. Вот это другое дело, ребята. Вот это уже другое дело. У меня куча ресурсов. Просто огромное количество. Так, закупаемся. Берем еще с собой блоков. И погнали, ребята. Осталась кровать только у этого розового. Точнее, яйцо. У розового и все, ребята. Если я сейчас этому сделаю, как бы, ну, сломаю кровать. Ну, опять же, яйцо. Просто я постоянно, ребята, это путаю. Те, кто смотрит мой канал достаточно давно, это знают. Не знаю, с чем это связано. Видимо, привычка, ребята, из Бедварса пошла. Так, аккуратно поднимаемся. Главное, чтобы сейчас меня не скинули, ребята. Это самое главное, чтобы меня просто не сбросили. Вон он там, у него там все в обсидиане, чуваки. Просто все. Просто все в обсидиане. И лук еще! Да ты офигел! Это нереально! Это на самом деле реально невозможно, потому что у него и лук, ребята, и броня хорошая, и все самое топовое. И как мне к нему пробраться? Тихо. Нормально. Держимся. Держимся на плаву, кое-как, но у нас это получается. Так, помимо него, ребята, еще есть как бы цели, еще два человека, и тем более без кровати уже, так, ну, так называемых, конечно, без яиц. Так, и погнали. Нужно их где-то найти, ребята, чтобы добить. И параллельно с этим можно еще подняться для того, чтобы подобрать изумруды. Так. Во! Посмотрите, здесь их очень много. Тихо. Аккуратно. Пробегаем. И быстро, ребята, нужно его добивать. Все, отлично. Минус один, ребята. Осталось всего три игрока. То есть топ-3. Я, в принципе, уже занял. И вот он, дружочек, пирожочек. Куда? Блин! Ё-моё, ребят, ну я пытался, я реально пытался, правда, вы видели, ребята, просто вот такое вот, как бы, совпадение, стечение обстоятельств и так далее и тому подобное. Надеюсь, ребята, что ролик вам по Эгварсу понравился, информация о сервере, IP и так далее, все это есть в описании, ребята, обязательно заходите, играю я только здесь. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы получить уведомление о выходе второго ролика сегодня на моем канале в 17:00 по московскому времени. А если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. Большое спасибо за просмотр, всем удачи, ребят, и пока.